Всем привет, прошу прощения за то, что так долго меня не было на YouTube. Вот я вернулся и теперь буду с вами. Сегодня 8 марта, я всех женщин поздравляю с 8 марта. Желаю им быть светлыми, веселыми. Сегодня мы собираемся поехать в город, потом зайдем... Вообще собирались на заброшенное здание, но не знаю, посмотрим, получится ли туда пройти. Если получится, то пойдем. Так что встретимся в городе. Мы нашли это заброшенное кафе. Там было вообще очень темно. Мы не решили туда зайти. Зайдем к днем, наверное. Не знаю. Всем привет. Сегодня 10 марта. Мы после учебы решили посетить вот такой вот заброшенный ресторан. Сейчас заходим. Так что, пойдем? Что, поднимайся на второй этаж. Есть фонарик? Дай фонарик. Да не видно ничего. Да. Говорят, что страшно здесь. Еще и выше есть какие-то тряпки. Еще раз. Поднялись на крышу. Такое чувство, что кто-то ходит, да? Вон можно еще подняться. Ну, как-то так. Вот таким получился этот влог. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои социальные сети, на ВКонтакте, в Инстаграме. Ссылочки будут в описании. Пока. 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 Пока.